Здравствуйте! В эфире телеканала «Вектор» программа «Женские секреты» о том, что больше всего интересует нас с вами, девушек. О здоровье, красоте, моде и, конечно же, детях. Кстати, о детях. Наташ, у тебя, когда Сёма и Серёжа были совсем маленькие, они не говорили когда-нибудь плохие слова? Бывало. Я думаю, что я не единственная сталкивалась с проблемой произношения плохих слов в речи ребенка. Вот и мой племянник недавно ошарашил нас с ругательствами. А сколько ему лет? Скоро будет 4. Психологи, кстати, утверждают, что именно в этом возрасте дети часто и с удовольствием говорят плохие слова. Они, конечно же, не понимают их значения, но как звучат эти слова, детям очень нравится. А так как бранные слова весьма звучны, они несут в себе эмоциональный заряд, то есть произносятся с чувством, и запоминаются они очень легко. С чем же связано появление таких слов в лексиконе ребенка и как отучить малыша говорить плохие слова? Думаю, нам нужно обратиться к специалистам. Ребенок, попадая в социум, с ранних лет познает как хорошее, так и плохое. Как говорят психологи, с проблемой, когда ребенок начинает говорить плохие слова, можно столкнуться, когда малышу исполнится 3 или 4 года. Хотя в этом возрасте дети довольно четко знают, что можно делать, а что нельзя. И почему нельзя говорить плохие слова. Если будешь хорошие слова говорить, то будешь добрый и будут всегда с тобой дружить. А если нет... хорошие, то не буду с тобой дружить, потому что можно обидеть. И еще может и на тебя человек обидеться. Может человек расстроится. Может маленький расстроится. Или большой. Плохие слова очень обидны. Человек может заплакать и заболеть. Как правило, маленький ребенок не понимает значения нехороших слов. И, конечно, вряд ли он придумал их сам. Так что источником таких слов могут быть окружающие. Конечно, проще всего свалить вину на детский сад или товарищей во дворе. Но самое легкое далеко не всегда бывает самым правильным. Причин бывает несколько. Самая первая причина – это эксперимент. То есть ребенок 3-4 лет может услышать слова от взрослых, может быть, в телевидении. И его впечатлил эмоции, с которыми использовались бранные слова, и он как бы ради эксперимента может использовать в речи. Следующая причина какая? Это, конечно, привлечение внимания. Тоже может, то есть когда родители не обращают внимания, чем же привлечь, то есть тоже вот в речи может присутствовать бранные слова. Так что первое, что вам стоит сделать, это выяснить причину, почему ребенок начал говорить плохие слова. Далее придерживаемся следующих правил. Самое главное – не показывать никаких эмоций, то есть ни удивления, ни смех, чтобы ни было, никакого вот раздражения. То есть вот прям вот так вот спокойно отнестись. Во-первых, это самая первая реакция, то есть себя взять в руки. Второе, без внимания, конечно, никак нельзя, то есть нужно объяснить, что это плохое слово, и говорить его нельзя. То есть, соответственно, хорошие люди не используют в речи таких слов. И дальше обязательно переключить внимание на что-то другое. Кстати, педагоги в детских садах постоянно проводят профилактическую работу с детьми и объясняют малышам, насколько важно и нужно быть вежливым человеком и не употреблять в своей речи бранных слов. Говорится о культуре речи, какие слова можно говорить, что будет, если говорить плохие слова, что ты будешь не принят в игру, тебе с тобой играть не будут, ты обидишь, огорчишь человека, то есть сделаешь ему неприятное. Но бывает, что одного разговора с ребенком недостаточно, как бы родители ни старались. Малыш продолжает употреблять в своей речи плохие слова. Как быть в такой ситуации? Нужна система наказания, но в плане того, что лишаем любимого занятия, заменяем его каким-то трудовым. Допустим, если, в зависимости от возраста, что ребенок может сделать там. Может быть, протереть маленькую полочку, сложить там игрушки, если это маленький ребенок, да, допустим, вместо этого. Помочь там маме разложить ложечки там. В столе, там, вот что-то такое. Иногда объяснения не имеют немедленного эффекта, который вы хотите увидеть. Как и со всеми привычками, нужно время, терпение, чтобы что-то изменить. Наташ, я вот смотрю, ты всегда выбираешь неяркий макияж. Хотя и понятно, у тебя большие глаза, густые ресницы. Да, я наношу немного туши и тени под цвет глаз.
А я вот всегда хотела научиться наносить на веко стрелки, но не знаю, как правильно это делать. Наверное, это не так просто, ведь стрелок огромное количество, и нужно разобраться, какие именно подойдут твоим глазам. Да, тем более, что стрелками визуально можно как увеличить форму глаз, так и уменьшить. Макияж со стрелками, как правило, ассоциируется с образами египетских красавиц. Именно они начали рисовать подводкой разрез глаз, называемый кошачьим или миндалевидным. Пик популярности такой подводки пришелся на 50-60-е годы. Но и сегодня макияж со стрелками остается по-прежнему в моде. Секрет успеха прост. Стрелки идут всем, подходят для любого цвета глаз и волос – блондинкам, брюнеткам, шатенкам и рыжим. Четкие линии на веке открывают взгляд, придают ему особую выразительность и делают лицо моложе. И если в былые времена на глаза наносили только черную подводку, сегодня она может быть самых разных цветов и оттенков. Зеленых, синих, фиолетовых, морской волны, красных, оранжевых, золотых и других. Сегодня мы вам предлагаем познакомиться поближе с возможностями макияжа, а именно со стилем Dior. Это подводка с приподнятым уголком классического черного цвета. Сегодня мы поговорим с вами о схеме прорисовки стрелок. Мы начнем от самой маленькой простой стрелочки, будем постепенно наращивать, и в итоге мы закончим стрелками Dior. Чтобы стрелочка у нас очень хорошо была прорисована, четкая, нам нужно веко высветлить. Мы зафиксировали светлые тени. Далее я хочу сделать небольшую глубину, затемнить нашу впадинку. Для того, чтобы наша стрелочка гармонично смотрелась с нашим лицом, обязательно обращаем внимание на нижнее веко, то есть та линия, которая у нас идет от нижнего века, мы ее должны продолжить. Следующий этап у нас идет уже заполнение ресничного края. То есть начинаем сначала от серединки, провели линию, и начинаем постепенно наращивать. Себе это делать тоже достаточно легко. Для этого вам придется всего лишь поднять подбородок, чтобы веко натянулось. И таким вот способом будете наращивать себе стрелку. Я хочу их вывести еще сильнее в стрелку Dior. То есть, если так проще выразиться, из дневного макияжа плавно перейти в вечерний. У нее есть вот этот небольшой излом. На открытом веке, когда у нас нависшее веко, мы выравниваем вот эту вот линию, устраиваем ровно, чтобы визуально у нас казалась ровная линия стрелки. Стрелки Dior – это очень модно, это очень красиво, это вечерний макияж. К такому макияжу хочется одеть платье и пойти куда-нибудь на вечер. А если вы не знаете, какое платье выбрать из того, что сегодня предлагается, вам поможет наш следующий сюжет. Платье – это одежда, которая подчеркивает нашу женственность, индивидуальность и очарование. Каждый сезон мода предлагает новые тенденции.
Сегодня в тренде любая длина, но самые актуальные – платья миди. Это чуть выше колен, наиболее оптимальные варианты для рабочих будней и деловых встреч. Идеально подходит под этот стандарт платья-карандаши и платья-футляры. Уже не в первый раз в коллекциях модных домов можно заметить сочетание в одном изделии нескольких тканей различной плотности. Чаще всего это дуэт прозрачных или кружевных материалов с трикотажем или хлопком, либо вовсе трио из кружева, хлопка и трикотажа. Очень популярно в этом сезоне платье длины миди, то есть так еще называется, как французская длина. Что касается тканей, очень модные натуральные ткани, то есть это шерсть, шелк, может быть, шифон, мягкие трикотажные ткани как бы не выходили с моды. В качестве сольных материалов для платьев ведущие дизайнеры используют в этом году твид, джаккард, кожу, кашемир и шелк. Оригинально украшенные оборками, мехом, бархатом, золотой вышивкой, драпировкой, бахромой, перьями и модными складками. Что касается тенденций в цветовой палитре, то в коллекциях 2015 не был замечен культ отдельных цветов, а наоборот, при участие почти все оттенки. Это неизменный черный, глубокий синий, фиолетовый, серый. Актуальны также белые, серебристые и золотые тона, пастель, ваниль. Из сочной палитры малиновый, зеленый, лимонный, оранжевый, розовый. По-прежнему в моде и цвет страсти, красный и его оттенки, коралловые, вишневые, винные тона и бордо. Популярные принты, абстракция, геометрия, орнаменты и мелкие цветы. Преобладают, значит, расцветки в платьях, в блузках, значит, в женском гардеробе. Обязательно должны быть блузки красного цвета, синего платья, также в ярких тонах, цветочные принты, значит, какие-то геометрические, может быть, фигуры. Женщина и платье не могут существовать друг без друга. Прощайтесь с джинсами, приобретайте новые наряды. Они станут не только отражением вашей внутренней сути, но и смогут сделать вас обворожительными. При выборе модели ориентируйтесь на свой вкус и на рекомендации модных экспертов. По возможности обязательно порадуйте себя модной покупкой. Это обязательно должно быть платье 100% шерсти. Вот. И опять же таки трикотаж. То есть это должно быть 100% у каждой женщины. А если вы хотите куда-то выйти и произвести неизгладимое впечатление, выбирайте платье длины макси. Они сделают вас роскошной и элегантной. Вот такое красивое платье в пол отлично подойдет для вечернего выхода. Яркий модный синий цвет, бархатный принт и шикарная объемная юбка весьма создаст эффектный образ. На этом мы с вами, дорогие телезрители, прощаемся. Будьте всегда красивы и жизнерадостны. Присылайте нам свои вопросы и предложения по нашему электронному адресу mail@vektordefis.tv.ru. Оставляйте свои комментарии на нашем официальном сайте www.vektordefis.tv.ru. Именно вы можете стать соавтором нашей программы и получить ответ на интересующий вас вопрос. До встречи на телеканале «Вектор».